Потапенко, добрый вечер. Хотел вас спросить про прививки слива на абрикосы. Очень важный вопрос. Важнючий, важнейший. Почему? Потому что панацея для близких грунтовых вод. Это когда мы делаем абрикосы на сливах, так? А сливы на абрикосы, это вообще, как сказать, ну вот получилось у Чернобаева, только окраску поменяли. Венгерки пошли у него. И вот получается, Анатолий Потапенко, может, не мог видеть все эти 3000 фильмов, правильно? Давайте отвечу. Итак, слива на абрикосе, окрашивание плодов какое, форма и вкус. Он пишет, сделал это весной другу на его даче, прививки слива на абрикосы. Он просто не верит, что могут быть изменения. Не могли бы вы сделать ссылку на те фотографии, которые помогут мне убедить моего друга? Ответ нет. И мой ответ, не до жиру. Дело в чем. Вначале надо подумать об этом. Для чего это делается? Вот когда абрикос на сливу, близко грунтовой воды, несколько поколений, проблема решена. Для целых регионов решена. Вот. Но получается так. Хочется знать заранее, а что будет? Мой ответ не до жиру означает, что дайте Бог, чтобы они плодоносили. Биологическая несовместимость очень большая, разновидовая. Вот. Но иногда бывают чудеса. Стоит ли ради чудес заниматься этой работой? Давайте посмотрим. Вначале, если бы он обратился этим вопросом к тем самым выпускницам Тимирязевской академии, он получил бы вот этот ответ, они не стали заморачиваться, они взяли вот это, скопировали и разместили. Ну, дальше было про железо, сами знаете, что. Вот. В результате серии экспериментальных исследований, заметьте, 80 лет назад, наличие витриолизации подтвердить не удалось. Ложность теоретических. Вы понимаете, когда пишут ложность, вот если Лысенко враг, значит, надо отвести все. Так всегда бывало. Вместе с этим, с водой, выплеснуть ребенка из лохани. Так и тут. Ну, понятно, да? Теперь вегетативный гибрид не используется. Используем еще как? У меня целая куча, много материала. Мы крупнейшие садоводы-любители, так и крупнейшие, грамотнейшие. Несколько человек. Вот. Провели целые дискуссии. Это надо все изучать уже в университетах. Коль сами. Не то, что нет. Но вы помните же то, что было выше. Ученые сказали нашу, в Кировской области абрикосы расти не будут. Они будут, пока мы не сделаем их вегетативными гибридами. Вот в чем дело-то. На тысячи там культурных абрикосов с этого, с юга, с Молдавии, вот, еще откуда-то, с Польши. Они действительно замерзли. Ну так занимайтесь вегетативной гибридизацией, а то не используется. А наши девчонки эти, которые закончили институт, шикарным, как они говорят, они просто не верят, что творят-то, что рядом-то с ними происходит. А что надо для этого все это? Значит, надо что ответить вот этому товарищу? Вот. Вдруг не веришь, что могут быть изменения. Ладно, не может, не могут. А я не знал, это я. Я не знал, что не могут быть изменения. Ну, эта фотография, у меня есть фотографии с плодами персика, но искать долго. Персик на овощи, вишни. Ну, допустим, у меня как получилось? Скромные плоды. И не каждый год, да. Стоило поместить шаломаю именно тоже на войлочную вишню, но уже в теплицу. И вот это изменение, проявление свойств субтропика, то есть, как сказать, не культурных это, как бы сказать-то, комфортных качеств. И вот он 200-граммовый, а то и 220, а у меня 50 грамм. Понимаете? Вот. Пожалуйста, девчонки, вас все равно хоть кто-то вас натычет, сами вы сюда не полезете. Потому что это означает, что это как, знаете как, когда человек всю жизнь практиковал, что Бога нет, Бога нет, Бога нет, и вдруг появился Бог и погрозил пальчиком ему. Представляете, какой у него должен быть шок в голове. Он не только сам убедил себя, что Бога нет, он убедил тысячу людей. У нас было атеизм, у нас проходило отдельное научное, якобы. Это не наука, это дурь.
атеизм. Но считалось научно. Я в институте металлург, в этом институт святых металлов, у нас была это самое, наука, атеизм как научная дисциплина. Нам лекцию читали. Потом я нашел эту лекцию, эту книгу передрала, сделала из нее конспект и передрала один к одному. Не ведая, что творит. И теперь представь себе, что кто-то эти лекции читал еще во времена Сталина, а это, и люди спокойно шли взрывать церкви или конюшни их устраивать. Вот так и здесь. Не суйтесь, не понимаете ничего. Не суйтесь, вы же вред приносите людям-то. Сказали, что нет, в Кировской области не будут расти абрикосы. И на этом было бы все. А я вот не знал, что нельзя. И вот этого термина, да все равно бы не поверил. Вот. Поняли, да? Вот что получается, вот это и есть вегетативный гибрид. Персик на вишне, на волосе на вишне. Ну вот это мое. Вопрос задали. Посмотрите. Это абрикос или слива? Конкретнее, если брать абрикос манчжурский. Мне тогда ума не хватило. Абрикос, как подвой, должен был быть культурный. В этот-то пошло. Чернобай у меня за пояс заткнул, нос утер. Представляете? Он взял на культурный привел, но у него теплее на несколько градусов. У него просто теплее. У него раньше все зацветает. У него это самое, городская черта его греет. Рядом он девятиэтажки. И получилось, частный сектор греет это, таких у многих. И получилось так, что у него результат уникальный. А у меня что получилось? Видимо, на дикаре, а тогда в те годы, отвечая на вопрос, вегетативный этот самый манчжурский абрикос, он все-таки дикарь, не дикарь, но уж очень такой. Более несовместим. И вот у меня получались вот такие плоды. Они еще не плоды. И вот я смотрю, и какой-то, а это на него привита слива. Конкретнее, манчжурский абрикос подвой, привой, слива, сувенир Востока. Ладно. Видите? Вы чувствуете влияние подвоя? А? Вы чувствуете влияние подвоя? Это мои первые скромные опыты. Еще более чувствуете? А это вообще превратился в этот самый. Вот тут я молчу. Когда меня морда и Лотенкова, что у вас химеры? А я что, кричал, что это не химеры? Да я первый говорил, почему меня только моими же словами воспользовались. Это я говорил, что химеры, а потом уже, а у Железова, у Лотенкова химеры. Но поймите, химеры это особый случай, мы разбирать не будем. Все эти ветки пошли, может быть, кроме одной центральной, пошли из клеток. Вот что такое химеры. Но это отдельный разговор, с ним разбираться, вот это самое, тут чуть не сказал, без бутылки не получится. Наконец, вот такие. Потом, вот это слева на сливе. Когда-то я проверял, так как я убедился, что это феноменальный результат, вот что интересно, 30 бывали на одном дереве, 30 грамм, на другом 50, на третьем 70. И на одном дереве было 100-120 грамм. Невероятно. И у меня взяли сомнения, что это за зараза. Я не постеснялся, я выслал фотографии самому Сычеву Александру Ивановичу, крупнейшему специалисту из Рошашанской станции. Четкий ответ. Сувенир Востока. Точка. Уверовав в это окончательно. А, тем более мой предшественник, Чижик Николай Иванович, сейчас его небесно, из Рошашанской станции их выписал. Мне нужна была 100% достоверность. Сувенир Востока. Внимание. Вот это мне и дало. Вот это вот. То есть налицо абсолютно переделанные плоды. Самое интересное в них было, это то, что они были совершенно сладкие. Вот эти все-таки великолепные, вкусная, но сахаристая, но в этом сахар было в два раза больше. Как это случилось? Что же это за химера такая получилась? Да, химера. И в конце концов, эта химера погибла, продолжения не было. Уже в то время я писал письма двум не этим, а еще тогда. Один уже покойный, двум в Красноярск, в
этот дом губернатором. Помогайте, уникальная вещь, я не справляюсь, я один. А что было дальше, я рассказывал. Злобный голос в трубку, чего там хотите. Вот. Ну, еще пример, пожалуйста. Вот. Это все продолжать надо было. Вот из такого, смотрите. Даже были вот такие плоды. Видели меня руку, нет? Все это возможно. Но несовместимость проявляется вот так. А на следующий год гибель. Успеть бы перенести? Ни сил, ни времени, ничего нет. Вот. И вот сувенир Востока, еще пару фотографий. Посмотрите, как он менялся на сливе, будучи. На этих, на сливах, там у нас, на китайских сливах подвое. Вот такой. А на другой подвое вот такой. Ну как вам? Вы скажете, нет, это всего лишь ментор. Да пожалуйста, это, как говорят, горшком назови печь. Ментор, согласен, ментор. А взять с него косточки, вырастить и сравнить и с подвоем, и с тем, что здесь, на этом, на фотографии, и с тем, что получится, и с соседями. Ну до чего интересная жизнь, ребята, ну кто же это будет заниматься-то? А, Елена Александровна? Вы годы угробите на то, чтобы защитить диссертацию. Это же... Ой, как мне жалко. Тут каждый день дорог. Вишня степная. А делать нечего. Черешня внедрил. 2 года пожила, черешня умерла. А степная вишня стала не культурной, нет. Ну и не дикая. Еще пример. Это этот самый. Черешня привил вишню уже штамбовую. Это кустарниковая вишня. Вот она, кустарниковая. А это штамбовая. Кукурузнилась 2 раза. Я таких примеров много приводил. Теперь, значит, так. Сейчас. Иногда, знаете, я в таком мире живу. Я не могу расслабиться ни днем, ни ночью. Вот. Сильно большой груз на себя взял. Поэтому я проверяю каждое сообщение, каждый писк телефона. Сильно большой груз я на себя тащу. Все нормально. Итак. Как я смог ответить на этот вопрос? Привил он на это самое, абрикосы, ой, сливы на абрикосы. А потом, пожалуйста, будьте добры, мы с вами видимся не первый раз. Так, мне осталось еще раз процитировать фамилию. На память ничего не помню. Вот. Ничего не помню. Ничего, найду. Анатолий Потапенко, я всегда такие случаи говорю, вы зря меня спросили, а повлияет или не повлияет на окрашивание, на форму, на вкус, это вы потом скажете, ладно? Я собираю такие, эти самые, у меня огромный статистический материал, который уже можно доверять, вот. А конца этому не видно, я пока ничего не доказал, сами понимаете, хоть что угодно говори. Чего угодно. Ложности, точка. Я соберу, допустим, 1000. Дальше будет ложность. Я соберу 1 000 000 доказательств. И все будут в пользу вегетативной гибридизации. А вот это, помните, не хочу знать. Сперва приговорить, чтобы люди херней не занимались, всякой херней. Приговорить. А потом написать. Я в ответ 6 фильмов. Создаю с братом доказательных. Все, пошли дальше. Я как мог на вопрос ответил. Это моя головная боль. Это мое оскорбление. Это оскорбление здравого смысла, когда люди не видят, что творят. Я понимаю, съел сердце это, льва и стал этим. Когда-то это было. И стал храбрым. Это, ладно, аллегория.